Зима никак не уступит дорогу весне. Новый циклон ударит по Камчатке снегом с дождем. По прогнозу синоптиков, погода на юге полуострова, в том числе и в Петропавловске, начнет портиться уже в ночь на пятницу. Ожидается мокрый снег, порывистый ветер. 5 мая весь день будет идти снег с дождем при ветре в порывах до сильного. Похолодает. Непогода сохранится и в субботу. При этом атмосферный вихрь распространится на Усть-Камчатский район. Ожидается, что погода на юге-востоке края улучшится только к следующей неделе.